Привет всем! Хочу вам рассказать разницу Волмослоя. То есть у нас есть два мешка. Значит, все они Волгоград. Значит, разница в первом. Один сохнет быстрее, чем вот этот. Во-вторых, тот песчаней, чем вот этот. Как это различать, когда вы покупаете их? На мешках есть маркировка. Вот она справа. Смотрим первую букву. Здесь буква D. Это значит фракция у нас песчаная. Здесь буква А. Фракция мелкая. Это волна можно вышпаклевать даже под ноль. Прям ни рисочки, ничего не будет. Это волна у вас вышпаклевать не получится. То есть у нее сильно будет высоко. Еще различие на них. У них есть, во-первых, цвет. У крупной волны цвет мешка более темно-синий. У этого волна цвет более такой светлый. В принципе, как-то так. Кому это было полезное видео, ставьте лайк. Спасибо. Пока.